Алло, слушаю вас. Здравствуйте. Александр Олегович, меня зовут, судебный исковой отдел банка Тинькофф. Скажите, пожалуйста, знакома ли вам Ольга Петровна? Да, знакома. Скажите, пожалуйста, а кем вы приходите? Да она, нам приходится, это клиент наш. Ага, это ваш клиент. Точно. Я вас понял, просто Ольга Петровна, так сказать, обслуживается в банке Тинькофф, кредитная карта у нее, и не оплачивает уже третий месяц. Может быть, скажите, вы знаете, в чем дело? Совершенно отчетливо понимаю, она поэтому является нашим клиентом. Потому что а это что за организация, скажите? Организация, оказывающая юридические услуги людям, которых трудная финансовая ситуация в части... А как называется, скажите? Общество с ограниченной ответственностью, компания «Алиам». «Алиам», да? Совершенно верно. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, а с чем связано ее затруднительное положение и как давно она к вам обратилась? Понимаете, с чем связано затруднительное положение, это вопрос, в принципе, озвучивающий ответ. С тем, что у нее затруднительное финансовое положение. Мы отчета от наших клиентов не требуем, почему и где и как. Человек обратился, нам этого достаточно. А как давно она к нам обратилась, это уж, извините, внутренняя информация, и мы ее не выкладываем. Просто непонятно. Клиенту можно и помочь, если, допустим, у него задерживают заработную плату. Банк же может... организовать и проверку работодателя, правильно? Может, скорее всего, но, видите ли, человек к нам пришел на первичную консультацию и принес набор документов. Среди них мы даже не обнаружили договора. Ну, там анкета, карта. А в этой связи простой вывод напрашивается. Нет договора, нет отношений. Ну, собственно говоря, вот как-то так. Нет договора, нет отношений. Ну, нет же договора у клиента. Есть анкета. Есть заявление, анкета, действительно. Ну, а вы же, если вы специалист банка, наверное, подразумеваете, что человек, ну, должна быть суть расписки, да, когда дал, взял, есть расписка. А в случае юрлица и физлица это договор кредитный. Он обязательно должен быть. Если вы сейчас будете намекать мне, что тут есть оферта, то, к сожалению, оферта в этом случае не эксплуатируется. Ага. Да. Я вас понял. То есть оплачивать минимальный платеж в ближайшее время она просто не собирается. Смотрите, я позицию нашего клиента и вообще всех наших клиентов, нашей организации вам сообщу. Дело в том, что мы не против банков и банковской деятельности, бизнеса, да, мы против беззакония, которое вы совершаете. Наш ни один клиент не слышит информацию, что Да. Клиенты не слышат ни разу от нас, что не нужно платить. Мы, естественно, утверждаем, что если взял, нужно отдать. Но без грабительских штрафов, процентов, неустоек, а совершенно та сумма, которую клиент взял, с учетом процентов, он ее может отдать. Если клиент допустил просрочки, а в особенности в банке Тинькофф, он обречен на пожизненные выплаты. И мы ему помогаем избежать этой участи. Я вас услышал. Да. Все-таки хотелось бы, чтобы Ольга Петровна в таком случае, наверное, сама в банк обратилась. А зачем? А где? Ну, давайте, скажите адрес офиса, она придет. Нет, никакого адреса, никакого нет офиса. У банка Тинькофф даже офиса клиентского. Вот, номер телефона могу предоставить, горячей линии. Да это же вы что, это не общение. Только письменно. Письма будут от ее имени к вам приходить в головной офис ваш, который, ну, указан в общих источниках. А так, а что это за банк? У него даже клиентского офиса нету. Это не банк, на мой взгляд. Это называется дистанционный банк. Если вы так считаете, это ваше гражданское право. Дистанционный банк – это выдумка самого банка. Да, дистанционного. Хорошо. Да. Всего доброго. До свидания. До свидания.